На Ставрополье стали чаще возникать пожары. Печальную статистику озвучили в Краевом управлении МЧС. Меньше чем за месяц в регионе произошло 95 пожаров. 16 человек погибли, 14 получили травмы. Главная причина происшествий – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электрооборудования. Все случаи гибели зарегистрированы в жилом секторе, а 80% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю призывает жителей и гостей Ставрополья не игнорировать соблюдение требований правил противопожарного режима в жилье и не оставаться в стороне от проживающих по соседству пожилых людей, а также семей, ведущих асоциальный образ жизни.